Сотрудники сферы ЖКХ Черноголовки, Звездного городка, Фрязино и Щелково собрались в актовом зале администрации, где обсудили ход подготовки к грядущему отопительному периоду. Совещание провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Перед руководителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций были поставлены задачи по соблюдению графика подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Самая основная цель и задача этого периода, летнего периода, это подготовка всего комплекса, и в частности многоквартирных домов к отопительному сезону, чтобы житель комфортно себя чувствовал в зимний период. На совещании отмечалось, что ввод отопительной системы при наступлении холодов находится под особым контролем губернатора Московской области. Каждый муниципалитет обязан отчитываться о выходе на следующие параметры. Так, к 1 июля готовность объектов к зиме должна составлять не ниже 30, а на 100% готовность необходимо выйти к 15 сентября. Здесь мы уже в первую очередь не столько спрашиваем за правильность формирования плана, сколько за выполнение тех задач, которые ставятся перед ними. К большому сожалению, целый ряд участников и ресурсники не всегда у нас должным образом готовятся, в том числе проверяют свои, так сказать, надежность тепловых сетей и своего оборудования. И особые претензии есть у нас к управляющим компаниям, которые не выполняют всех необходимых требований. На совещании о готовности объектов ЖКХ в городском округе Щелково отчитался начальник профильного управления администрации Аркадий Собенников. Он отметил, что в целом на 2 июня общая готовность к осенне-зимнему периоду в муниципалитете соответствует плановому графику. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.